Здравствуйте! Меня зовут Никита Шабанов. Я актер Русского драматического театра имени Бестужева. В ближайшие несколько минут расскажу, что нас ждет за окном во вторник, 28 мая. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам малооблачно и небольшой дождь. Не волнуйтесь, похолодание не ожидается. Температура воздуха днем остается на отметке плюс 20, а ночью вовсе потеплеет до плюс 6. Разве что порывы ветра усилятся до 7 метров в секунду. Жители южных районов республики в этот день, вероятно, захотят остаться дома. Дело в том, что в самой теплой части Бурятии ожидается похолодание. До плюс 13 градусов днем. Ночью плюс 8. Не стоит забывать о проливном дожде и сильном ветре, скорость которого будет 11 метров в секунду. Подобная картина на западе Бурятии. Синоптики обещают облачную погоду и дождь. Днем плюс 16, а ночью плюс 4. Порывы ветра до 10 метров в секунду. Увы, осадки не обойдут стороной и столицу Бурятии. Облачно, дождь и похолодание. Днем синоптики обещают плюс всего лишь 15 градусов тепла. Зато ночью плюс 10. Не стоит забывать о сильном ветре, его порывы будут достигать 13 метров в секунду. Одевайтесь потеплее и держите зонтики наготове. С вами был Никита Шабанов. Пусть в вашей жизни всегда будет солнечно. И помните, весь мир театр. Мы все в нем актеры поневоле. До новых встреч! Улан-Удэнский ЛВРЗ приглашает на работу токарей, операторов станков с программным управлением, фрезеровщиков, маляров, электромонтеров, сверловщиков. Опыт работы не требуется, обучим каждого. Компенсация авиа и железнодорожного проездов. Санаторно-курортное лечение работников и членов их семей. Отдых детей в детских лагерях. Адрес: проходная ЛВРЗ, улица Лимонова, 2Б.